И всем привет, ребят, с вами Спарки на заднем плане. Рэй, всем привет. И что, ребята, мы продолжаем снимать летсплей Space. Ну вот, ребят, Space, хотел уже сказать спать. И что, ребят, я, кстати, поменял уже скин на свой Спарки Плей. И вот так вот Спарки Плей. Ну вот, ребятки, в этой серии мы уже будем изучать сейчас мод. Вот Galaxy Craft. Да, Galaxy Craft. И что нам первое надо, это какая-то штука. Там, Вот это. Да. Микросхема. Она вот так вот делается. Нам надо алюминий. Алюминий у нас есть, да, есть. Алюминиевые трубки нужны. Да. Надо еще сделать эту печку. Да, я только что хотел тебе об этом сказать. Сделаю, наверное, ребята, мод на Fortnite. Чуть-чуть. Может, поставишь, а не сделаешь. Ну да. Ой. Да ничего, значит, будет три печки. Да, будет три печки. Только, я думаю, только чуть-чуть угля другие. Будет больше. Сейчас, где там эта штука? Вот это генератор, а нет. Микросхема. Вот, производитель. Надо две кнопки еще. А, вот две кнопочки. Где там? Вот, раз, два. И чуть-чуть угля. Тут мы уже сделали. Что там еще надо? Вот эти мини. Нам нужна шерсть. Ну, пойдемте сейчас сделаем 12 эти... шерстей. Да. Потому что две трубки нужны. Да. А еще трубка. Нет, не 12, 18. Почему? Еще и трубка для того, чтобы соединять. 6 трубок. А, ну да, точно, я забыл. 6 шерстей. Сейчас я еще это железную руду пережарю. Тут я что-нибудь положу, наверное. Вот так вот. Ребята, наверное, зря я алмазный меч сделал, потому что надо было циклопический. Раз. Потому что он дает 7 тоже. Сразу же вот так вот и делаем. Ну, то есть, такое значение. Вот так вот. И тут еще. Чуть-чуть. А у меня дом в шахте. Да, у него дом в шахте, он уже там разбился. У него есть компрессор, генератор угля, вот эта штука, производитель микросхем. Верста кваса. Ну, короче. Вас! Far Cry! Ну, ладно, тихо. Сделаем ведро. Ой, какое ведро. Так. Ножницы. А, господи. А теперь ищем овец. Сейчас я пока на чуть-чуть сделаю пока... дальнее, чтобы искать. Ой, как хорошо, и не лагает. На нет. 32. Ну, 28. Ну, 30. Ну, как-то так. Ребят, если вам хочется там, чтобы я нормальные там чанки делал, все такое, вы там напишите. Ищем, да? Так на карту. Да, на карту смотреть. Ну и так тоже неплохо. Да. Давайте что-то маловато уже стало. Давай на. Малую тогда хотя бы, да? Uh-huh. Вот. Хотя бы так, да? Uh-huh. Ладно, давайте ищем пока. Говори погромче. Да, то там на заднем плане, наверное, пылесос. Коровки. Давайте я пока коровок, а то... барашки! Ну, не знаю, почему барашки. Слева. Короче, да, сейчас. Давайте сначала коровок порежем. С одного удара. Неплохо. Ну, ты сделал критически. Ха-ла-ла-ла. Не знаю, что я сделал. Ты критически. Не, я знаю. Сейчас. Ха, не убежишь от меня. А теперь ковца. Да. Потом я опять пойду к коровам. Давайте, идемте. Вот бы мне такую живность в мире, там, где я играл с динозавриками. Овечки. Уже 3, 4, 5, 6, 7. Уже больше. Вот так вот. Хорошо. Уже сколько? 7. Даже 9. Угу. Ну, мы еще кроватку должны сделать, ребят. Даже не кроватку, а... Ребята, я буду вот так вот делать сейчас. Вот на это. Я просто пожертвую сначала шерстями, а потом чем-то. Лучше не шерстью. Ну, нет. Сначала, что у меня была кровать, как бы там. Ну, ты понимаешь. Ну, тремя шерстью. Давайте пока сделаем метку хотя бы там барашки.
барашки. Так они могут отсюда уйти. Ну, пофиг. Теперь идем домой и делаем кроватку. Домашка? Сейчас. Раз, два, три. Все. Домишка у тебя. Ну да, я знаю. Я вот сейчас на рассвет делаем. Домашка. Вот так вот. И вот тут что-нибудь кладем. Допустим, не железо я вот сюда лучше положу. А сюда я положу медную руду. Да? Угу. И теперь делаем эту штуку. Ой, лагает так как. Давайте сделаем очень близко. Сразу же уже нормально стало. Вот так вот. И вот так вот. И еще вот эти штуки. Алюминия, да, называется. Да не, я знаю, просто не хочу ошибаться там все такое. Что там еще нужно для этих микросхем? Две кнопки, которые вроде бы есть, нет? Ты же камень уже перекладывал. А, да, я теперь делаем кнопочки. Две кнопки, и теперь что у нас там остается? И рычаг. Рычаг и красный факел. Ну, алюминий у нас есть. Рычаг. Опять нам... А, нет, булыжник, я помню, как мы там, помнишь? Угу. Запаривались у тебя. Ладно, и... Факел. А, нет, у меня есть красная пуля, я не знал. Ну, мне казалось, что у меня нету. Хорошо. Так вот, теперь можно делать, да? Угу. Вроде бы. Так, как я помню. Вот эти вот так вот. Ой, я что-то уже забыл, ладно. Вот, ой. Лучше посмотри. Так, и... А, я помогу. Вот так вот. И еще вот так. Ой, то есть вот так вот сейчас. Так вот. И вот так вот. Давайте-ка я лучше помогу. Вот так вот. Давай. Помоги. И все, я понял. А, еще печка. А, печка. Печка. Печка! А, извиняюсь, где там меньше всего. Так, давай. Ну что, ребят, мы продолжаем. Извините, у нас тут уборка была. Пылесосили. Ну вот, я тут пока переплавил вот железо, там вроде бы что-то там. Алюминий, сейчас поставил третью печку, стейки пережарил. Тут был этот реал мид, а тут золото, сейчас пережарил. Ну что, ребят, делаем, короче, третью печку, ну, еще одну печку для этой штуки. Ну вот. Вот для... Где она там? Вот для этой. И смотрим, и делаем. Два так. Факел сюда. Две штуки сюда. Ай-яй. Нога зачесалась, ребятки, извиняюсь. Кнопка, печь и рычаг. Все, у нас есть производитель микросхем. Для этой штуки я сделаю этой, как ее там, лаборатория. А пусть пока стоит вот тут. Лаборатория? Да, лаборатория. Короче, вот. И что надо делать? Ага, тут нужен один алмазик, две вот такие штуки и вот это. Редстоун. Как называется вот эта штука? Это мочечный кремень. Вот. Вот тут нужна какая-нибудь штука. Сейчас нужен факел. Генератор угля. Он делается легко. Там нужен красный факел. Опять печка нужна. Как всегда, ребятки. Давайте делаем еще красный факел. Да. Чтобы сделать эту штуку, которая делает все сплющенно. Сейчас. Красный. Или ты можешь сделать такую штуку там, где ты ставишь два, к примеру, алюминия. Сейчас, пока выходит... красный факел надо сделать, да, там было? Нет. Что там еще надо? Тут нет красного факела. Что ты меня тут... Это... А, вон там, все, я понял. Железо есть, алюминиевый провод есть, и медные слитки есть, да? Угу. Все, можно делать. Вот так вот, да? Угу. Вот так вот, и железо. Все. Что такое? А, провод. А, да, провод. Факел нужно в другом месте. Да, вот все, генератор угля. Ставим мы его куда? Вот сюда? Да. Сюда? Нет, выше. Вот сюда. Вот так. Соединяй вот. Проводом теперь. Проводом. Ну, а где тут? А, вот, вот провод. Убери его. Вот так вот соедини. Да, вот так. Вот, ребят, все мы сделали. Сюда мы вставляем уголь. Кладем. Уголька. Кладем.
Вот тут чуть-чуть угорька возьмем. Вот так вот. И вот тут. Нет, тут оставим. Тут маловато, чуть-чуть добавим. Вот так вот. Все. Теперь же тебе маловато во второй печке. Ну ты делай. Да ладно, какая разница. Короче, вот сюда факел, да? А сюда штука, которая получится. Неочищенный крем. Да. А вот тут нужен... Спарки. Неочищенный крем. Да. Спарки уже знают, как неочищенный крем выглядит. Да. Как уголь, но чуть-чуть посветлее. Давайте пойдем в шахту сейчас, да? Угу. Тогда. И... Нет. Зачем ты поставил метку? Не в шахту, а в алмазики идем. Может, на алмазике? На алмазике, да. Куда мы тут поехали? О, господи. Ты меня... Пугаешь, да? Нет, могут ударить, смотри. Ну, короче, меня когда-то били. Анна, ничего вроде бы не выпало. Или так просто мы... анимазилы. Мы пропустили алюминиевую руду. А еще тебе сразу нужно сделать портал в ад и оттуда добыть эту руду Дэш. Да, это потому она очень нужна. Потому что дальнее, да. Вот, дальше... смотрите, вот как уголь, только серенький. А чуть-чуть. Еще тут будет написано. Да. То, как? Что это неочищенный крем. Ну, не прям очищенный, а что-то там будет. Нет, там будет написано неочищенный крем. Ну вот. Ребятки, вы поняли, что уголь надо добывать, а то вдруг, да? Да, в этом моде нужно... Вот сюда мы пойдем. А, мне показалось, это алмазики. Подожди, а это неочищенный этот крем. Ладно, сейчас, короче, мы будем проверять все такое. Но в этом моде всегда нужно будет добывать уголь. Да, уголь очень нужен, ребятки. И вы, наверное, подумаете сейчас, как так? Уголь же не нужен. Но тут мод, тут всегда нужно что-то переплавлять. Да. Тут очень нужно. Что? Посмотри. На всякий случай. Это... Нет. А, это обычный... Кремний. Кремниевая это... руда. Да, вот она. Кремниевая вот, смотрите, руда. Как выглядит. Вот уголь. Вот кремниевая руда. Уже две штуки есть. Уже четыре. Все, четыре. Хорошо. На всякий случай. А вот. Мне в первый раз только две попалось. Да. Ну, мне чуть-чуть. Уже 12 минут. Хорошо. Ну, заснимем где-нибудь там чуть-чуть еще. Шахтерская сеть. Нет, это уже первые разработки. Тихо. У тебя на один момент написалось это кремниевая руда. Ну, синеньким было написано. Наверное, ты уже добыл, посмотри за место. Нет. Странно. Может, показалось тебе. Может быть. Уголь пока. Теперь я буду уголь всегда добывать. Дайте медную руду. Конечно, ее много, но очень нужно много тоже, да? Угу. Конечно... Потому что там нужно еще 8 штук. Супер-друпер-пупер-пластин. Ты это, погромче говори, а то ты сам знаешь, что у меня да, такой микрофон. Знаю. Хорошо, давайте уже тогда уж пойдемте домой. А то я хочу уже сделать все. Ну вот, не генератор. Ты нетерпеливый. Ну, серия просто длится, понимаешь? Вот сейчас штучка сейчас сделается. Вот серебряная. Сейчас покажем. И нам надо теперь сделать компрессор, да? Да. Компрессор делается, во-первых, нам нужно железо. Сколько там? Три блока, да? Да. Три блока. Раз. Два. Ну, мне кажется, мне хватит. Да. Теперь ставь сверху. А, да, сверху. Я тоже забыл. Там мы так уже делали. Один раз случайно спутали. Она. И что там еще надо? А, кстати. Уже делались вот эти базовые полупроводниковая пластина. Ты все потратил там, все сейчас. Да, кстати, ребят. И алмаз. Давайте компрессор, алюминий у нас есть, мен свиток есть. Сразу я сделаю еще на всякий случай, можно. Сейчас. Давай, ты мне сейчас будешь помогать. Вот сюда. Алюминий. И что там посередине? А, вот этот компрессор, как там? Да. Базовый. Где? Ты что, его поставил? Я его поставил уже. А алюминий, все, да. Вообще-то. Ой, медный слиток. Извините, ребят, компрессор есть уже. Тоже хорошо. Опять нужны медные эти штуки, да? Угу. Куда его? Вот сюда? Ну, вот сюда. Снизу. А, и что, давайте? И еще угля бери. Сделаю пока вот так вот. Как раз у тебя уголь есть. Да, кстати.
Вот сюда? Да. Хорошо, ну я возьму там куда-нибудь в печку, наверное. Вот, где там все меньше. Вот сюда и вот сюда. Хорошо. И сюда мы делаем, допустим, медные слитки. 14 сейчас штук будет, да? Ага. Вот, сколько мы снимаем уже? Мы снимаем уже... Сейчас. Мы снимаем 15 минут. Хорошо. Кстати, ученые доказали то, что за играми время пролетает в два раза быстрее. Ну это да. Как раз я сидел только что играл, мне Спарки сказал, типа, играй еще один час, и меня будто за секунду прошел этот час. Да. Поэтому. Сейчас где там? Я что-то взял, я помню. А, вот. Если вам нужно ускорить время, играйте. Да. А что там сделалось? Да, уже 4 сжатые меди есть. А, что мы там должны сделать, я не помню дальше. А. Не, нас-то пока не надо. Я какую-то штуку. Да. А, это. Бери медь, делай еще олово расплющенное. Ну, сейчас. Как расплющенное? Олово. А, олово именно. Хорошо. Олово, кстати, у тебя что, мало олово? Как так? Вроде две штуки. Серьезно? Да. Олова должно быть дофига. У тебя дофига? Ну нормально. Ну хотя бы две штуки. Ладно. Кому я говорю? До всего. 16 минут. Ладно, сейчас скоро будем заканчивать. Пока возьмем олово. Медные слитки. Тут что-то у нас все хорошо, да? Угу. Еще медные слитки. Так вот, отлично. Будем по чуть-чуть добавлять. Вот так вот. Зачем еще-то добавлять? На всякий случай. Бесконечно хочешь, что ли? Уже 19 угля осталось. Нормально уже? Ну да. Один штук. Теперь давайте... Оловя. Где там оловянные слитки? Кстати, давайте пока, может быть, в этот пойдем. В шахту. В эту. Да. И добудем... давай ничего, наверное, не будем, кроме там алмазов там. Ну, очень нужно. Куда мы там не ходили? Тебе нужно олово. Там, где нет кило. Да, я знаю. Ну, вон там. Это что? Алло. Это олово. Это алюминий. Сейчас, тут нет этой штучки? Нет? Ты про меня очищенный камень. Да. О, вон олово. Это она? Это она. Нет, это алюминий. И это, значит, да. И, погоди, ты что, не добываешь алмазики? Вот эти руды, да? Не, я добываю просто сейчас. Они для тебя РПК, там еще была одна такая, только сейчас. Зеленая. Вот так вот, так и так. Я чуть железо добуду, то оно нужно. Тоже. Алмазики? Да, алмазики. Не. Хотели, чтобы я, да? А что ты нашептил? Все, один алмаз. Ладно, пофиг. С тебя конфетка, с меня ничего. С меня не брать. Нет ручек, нет конфетки. У тебя рук нету? Ну да. Тогда как ты играешь? Чувак, это логика. Вот так вот, зелененько. Арлимит тоже, ну? Да. Ну не для спайса. Зато для Divine RPG. Красную руду мы на всякий случай возьмем, да? Угу. Ладно, давайте все, давайте бежим и просто ищем. Кстати. Один факел. Аллилуйя. Блин, аллилуйя. Два, три. О, нет, так мало. Четыре, отлично. Надо под себя чуть-чуть. Четыре. Пять. Отлично. С тебя конфетка, с меня не брать. Нет ручек, нет конфетки. Сейчас золотая руда. Ну, на всякий случай, просто так. То, золото. Это алюминий. Пока он мне не нужен. Оловянное. Да? Да. Ах ты ж. Кстати, это тебе понадобится. Да. Ну, я пока застрою. Не, наверное, оставлю, да? Угу. И сейчас опять, да? Угу. Ура! Вот еще. Вот эта штука нам понадобится для заправки ракеты. Мы надеемся. Да.
Ну да. Нужно будет проверить. Ну да, мы еще не знаем. Оловянная руда. Мы догадываемся. Нам же оловянная, да, нужна? Хорошо. Алмазики. И еще алмазики. Что тебе так на алмазики везет? И на криперов тоже. Сколько? Он за тебя алмазик разрушил. Да? Да. Один? Ну, руду. А, ну уже 18. Руду. Руду сломал. Хитро, да? Ну, сейчас я покажу, как надо ломать алмазики. Один алмазик, два алмазика. Мне вот не везет так на алмазика. Так, ну ладно. Я испугался. Скример. Я не испугался. Я посмеялся. Твой! Ляма его! Оловянная руда. Да. Сейчас добудем, ребятки. Сколько снимаем? Много, да? Ну а посмотри. Скажи, сколько. Да я не знаю. Где часы? А, снимаем сколько? Да. 21 минуту. 21 минуту. Ну, уже будем заканчивать, ребят. Это не мини. Серия как-то быстро пролетела. Да. Я в шахте покопаюсь, ребята, то я думаю, вам скучновато чуть-чуть, да? Ну вот. Я всю шахту просто буду ее опустошать. Будет она голой, то есть голой, что ресурсов не будет. Ну вот. Сейчас мы чуть-чуть еще и железо, а то нам оно нужно для спейса. Спейса. Ладно, сейчас чуть-чуть еще добудем. Ну, я все знаю, всю шахту. Алмазы? Да. Ребятки, конечно, не везет. Тоже 22 алмаза. Да? Да. Покажи. Ну, блин, что тебе тут на алмазы везет? Ладно, давайте уже на домишку. Сейчас будем заканчивать. Что у нас там? Ничего у нас там. Оловянная руда. Оловянная руда. Что у нас тут? Ничего, значит будет это. Если тут, тогда ничего, значит будет это. Зайди в сундук. Не, у меня тут нет алмазов. Давайте сейчас чуть-чуть вот так вот сделаем как-нибудь. Я сначала подумал, у тебя за один поход сразу 22 алмаза. Я уже испугался. За второй. Ладно, ребят, давайте мы уже заканчиваем. Сейчас, чтобы наметки не было, то смотрите. А, нет, все нормально. Ладно, ребят, с вами был Спарки. И Рейн. Подписываемся на канал, если не подписались. На мой лайв канал, на мою группу ВК. Ставим лайки. И пишите свои комментарии. Всем удачи и всем пока.